Апрельские проездные не пропадут. На время режима самоизоляции было приостановлено действие проездных для всех категорий муниципальных льготников. А это пенсионеры, студенты и школьники. Начиная с сегодняшнего дня, срок действия льготного проездного продлен ровно на такое же количество дней, когда он не действовал. Автобусное сообщение в Муроме работает в прежнем режиме. Как подтвердили нам сегодня в транспортном отделе администрации округа, апрельские проездные для льготного проезда на общественном транспорте будут действительны в июне. С 1 июня текущего года действие проездных билетов, приобретенных соответствующими лицами граждан в апреле месяце, на апрель месяц, возобновляет свои действия и будут действовать в течение июня месяца. Есть такие маршруты, как тройка у нас, они считаются маршрутным такси, и льготные проездные билеты там не действуют или действуют тоже не будут.